Доброе утро, всем привет, просыпаемся вместе, ну уже, конечно, доброе утро давно настало, уже добрый день. Так, приготовлю косметику, которая понадобится для работы. Угу. Всем привет, привет, привет. Жду, пока многие выйдут. Я знаю, что там много людей ждет. Вы все пишете обратную связь. Спасибо вам большое. Так приятно читать. А после эфиров, ну вот по поводу вчерашнего эфира, он, конечно же, у нас не сохранился. И это такая масштабная наша трагедия, потому что многие девушки писали, что «Лиза, как не сохранился эфир? Ты что? Мы тогда что, не принимаем дальше участие в марафоне?» Принимаете, но просто так произошло, когда у нас был тот марафон. Конечно, я с удовольствием бы повторила для вас этот макияж, и тогда у меня было очень много времени, это было лето, сейчас у нас осень, и идет масштабный тур по миру, кожа класса люкс, мировой бренд, и, конечно же, многие, ну, так, многие понимают, что я сейчас и в Болгарии, и проходит сейчас здесь... Я, точнее, в одном проекте участвую, и, ну, нет возможности, с удовольствием бы это сделала. Но я придумала выход из положения. Я сделаю видео такое второго дня марафона, вот, и этот макияж я выставлю, ну, где-то, может быть, послезавтра, дай бог, да, завтра у нас последний день марафона, к сожалению, и... Вы можете его посмотреть и повторить, и тогда уже в понедельник мы подведем итоги. То есть второй день марафона можно будет еще раз повторять, и для тех, кто не видел, вы продолжаете принимать участие, третий, четвертый, и потом уже ну, сможете еще раз, там, ну, как бы не в порядке очереди, скажем так, да, повторить этот второй макияж, кто не успел. Ну, вообще, очень многие... Вот, пишет, макияж суперский. Напишите свои ощущения после вчерашнего макияжа, который у нас не сохранился. Потому что некоторые девушки писали, что «Лиза, мы хотим еще, давай его, пожалуйста, повтори». Я с удовольствием все это сделаю, вы меня знаете, что я только за. Но просто вот такой сейчас период, что я, ну, не совсем располагаю временем. Но пока мы сидим болтаем, напишите свои ощущения после вчерашнего макияжа. Вот, и пока вы пишете обратную связь, сейчас сделаю демакияж. Смотрите, вот эта маслица, которая, да, из новой коллекции Mary Kay. В Mary Kay России его нет, в Mary Kay Америка есть. В Германии, я не знаю, девчонки из Германии, напишите, но, по-моему, тоже нету. Потом, по-моему, в Mary Kay Великобритания вроде бы вышла, и в Канаде есть, насколько я знаю. Макияж очень крутой, я выглядела на 20 лет моложе, мне очень понравился макияж, очень красивый макияж был вчера, очень яркий макияж, угу. Видите, кто-то был моложе, кто-то был с ярким, в Германии еще нету, но как бы дело в том, что я думаю, что будет появляться эта система, я просто сейчас вам расскажу, для чего я делаю... Это масло, то есть вот для такого лифтинга, чтобы лицо потянуть и было свежее. Сколько использовали продуктов и легкость? Крутой был макияж. Ну да, действительно, продуктов было там 23, мы, да, по-моему, применяли, а было легко. Макияж держался до позднего вечера. Отличное ощущение, легкость на лице и свечение. Да, свечение вот за счет хайлайтеров, флюидов, это супер. Я вчера была в лаборатории полдня, потом мы ходили в зоопарк гулять.
И у меня вообще, я даже все быстро так происходило, я даже там, может быть, где-то подпудрилась, но кожа вообще была идеальной, и благодаря новым тональным, это просто бомба. Вот те, кто сейчас только нас начали смотреть, если вы пользуетесь, например, CC-кремами, вы про них забудете, потому что вам понравятся тональные основы новые. Макияж очень понравился, сделала первый день марафона. Вчерашний фреш-макияж просто супер, сегодня повторила супер, отлично, я очень рада. Ну вот смотрите, вот вчера у нас был коктейльный макияж, макияж очень красивый, ощущение супер, очень профессионально объясняете, получил много комплиментов, спасибо. Макияж очень понравился, ощущения были супер, кожа дышит, была подтянутая, все супер. Классно, я очень рада. Я делала макияж на клиентке и так сильно понравилось, что вечером снимать не хотела. Но это очень хорошо, когда клиенты рады. Кожа живая, дышит, никакого ощущения многослойности. Ну да, многослойности нету за счет того, что это уходовый декор. То есть, например, даже если мы возьмем с вами там и Yves Saint Laurent, и Dolce & Gabbana, и Estée Lauder, например, Armani, Tom Ford, то это тоже будет чувствоваться легкое ощущение на лице от многослойного нанесения. Вот, поэтому как бы у каждого свой выбор. Я люблю Мэри Кей, мне это нравится, вы все знаете, но я думаю, что 80% кто смотрит и принимает участие в марафоне, так же как и я. Мне вообще сказали, чтобы я так всегда ходила с таким макияжем, классно. Но на самом деле макияж очень простой в исполнении, любая может его повторить, вы можете легко клиентам показывать и также увеличивать продажи за счет того, этого легкого нанесения, скажем так, да, для кого-то это, конечно, нелегко, но я могу сказать, что это легко повторить, то есть любая девушка может это повторить с легкостью. Я хочу поблагодарить каждую из вас за обратную связь, мне очень приятно читать то, что вы пишете, вот такие интересные истории, и еще хочу сказать, что многие пишут о результатах в бизнесе. Вот это просто бомба. То есть для меня это вообще всегда интересно. По поводу повторить вчерашний макияж, да, кто еще не слышал, я запишу обязательно видео. Оно будет, скорее всего, или в субботу, или в воскресенье. Ну, наверное, в воскресенье, завтра у нас завершающий день марафона. И вы можете повторить его и в понедельник, до понедельника выставляете все работы, ну, как бы не в порядке очереди, да, там первый, третий, четвертый, второй, кто не видел, вы повторите, и все, и после этого уже мы будем определять победительницу. Но у нас с командой есть уже 3 человека, кто делает все правильно. Повторяю еще раз условия: нужно выставить фотографию в ленту, нужно разместить в сторис, отметить меня, собака Елизавета Makeup Pro. Также в ленте мы начинаем писать: принимаю участие в марафоне, хэштег кожа класса люкс, мировой бренд, от собака Елизавета Makeup Pro, и пишите свои ощущения и эмоции. Вообще, конечно, все девушки такие очень активные, мы, как обычно, не знаем выбирать из кого, у нас в команде все, то есть я задействую всех, у нас и все мои ассистенты, и помощники IT, и даже оператор, который снимает, Антон, видео, вы все его в сторис уже видели 100 раз. Вот, мы все принимаем участие, выбираем, кто самый активный и интересный. Вот у нас есть 3 как бы сейчас номинанта, но если кто-то присоединится, будет новый, это будет очень круто. Вот, смотрите, масло нанесла, кожа такая прям супер гладенькая, у меня кожа комбинированная, но я вообще не чувствую на лице, что это масло. Так, сейчас читаю ваши комментарии, еще готова каждый день делать свой макияж. Спасибо большое, мне очень приятно. Так, кто эти 3? Так, ладно, хорошо. Если в ленте нельзя, можно только сторис. Если в ленте нельзя, почему нельзя в ленте? Нет, нужно в ленте и в сторис. А я все разместила, меня не отметили. Не знаю. Надо, значит, отметить еще раз в сторис, потому что у нас отображается это в директ, и мы сразу делаем перерепост, то есть это вам еще дополнительная реклама.
И сразу хочу еще ответить на ваши самые часто задаваемые вопросы, которые задают всем. Значит, смотрите, новый онлайн-курс «Кожа класса люкс», мировой бренд, стартовал 7 октября. Программу нового онлайн-курса можно будет посмотреть со вторника или со среды после завершения марафона по ссылке в шапке профиля, чтобы вы не путались, потому что сейчас идет марафон. У нас ход 7-го открылся уже старт продаж, но вы заходите по ссылке в шапке профиля во вторник или в среду, я обязательно в ленте об этом напишу и в сторис еще буду говорить. Там будет полностью анонс программы. Почему мы сейчас не выставляем? Потому что IT-компания, с которой мы работаем, сделает перезагрузку на нашем сайте lizavetamakeupro.ru. Сайт обновляется полностью, и нужно немножко подождать. Мы сами не ожидали, что такое произойдет, поэтому просим прощения за предоставленные неудобства. Многие, кто хотят новый курс, а вас уже сотни, спасибо вам большое за доверие, за признание. Вы еще анонса не знаете, но уже готовы идти на этот курс. Значит, смотрите, пишите в директ, покупая новый онлайн-курс «Мой вариант», и там есть участница индивидуально и организатор группы. То есть для первой группы обучающихся, которая начнется с 1 ноября обучение, скидка минус 50%. То есть минус 50%, понимаете, да, вы можете воспользоваться этой возможностью. Почему мы сделали такую спеццену? Потому что для первой группы участниц, конечно же, будет спеццена. Это новый онлайн-курс, он с субтитрами на английском языке. У нас зарегистрировались девушки уже не только русскоговорящие. У нас пока нету 30 стран, потому что еще нету анонса. Но за первые два онлайн-курса, на протяжении 2,5 лет, 30 стран русскоговорящие принимали участие и уже зарегистрировались из Испании, из Бразилии, что было неожиданно для нас, несколько девушек, Великобритания, Германия, не русскоговорящие, американки уже были у нас в очереди, И меня это очень впечатляет, я думаю, что будут интересные онлайн-выпускные, когда будут выходить не только русскоговорящие, а делиться опытом и рассказывать. Поэтому регистрируйтесь, смотрите все подробности в ленте, там все расписано, единственное, что анонс после марафона по ссылке в шапке профиля вы можете посмотреть. Ответила на ваш самый частый вопрос, теперь продолжаем. Так, всем привет, я в сторис и в ленту все выложила. Надо еще раз отметить, потому что, может быть, не заметили, не знаю. Пропустила вчерашний макияж, где можно посмотреть. Посмотрите запись этого эфира, я расскажу. Согласна, можно делать макияж намного интереснее. Спасибо вам большое. Отлично, давайте сделаем, как обычно, перекличку, кто из какого города, пишите. Кто из какого города? Я сейчас в Софии, в Болгарии. Пока вы начинаете, я уже сделала себе демакияж, уже подготовила лицо, сделала массаж. Теперь первое, с чего начинаю, это, как обычно, увлажняющий спрей. Чита, Ливны, Оренбург, Минск, Домодедово, Брянск, Курган, Киев, Воронеж, Самара, Краснодар, Брянск, Одинцово, Краснодар, Курган, Екатеринбург, Кривой Рог, Сургут, Рязань, Киев, Гянджа, Воронеж, Беларусь, Кричев или Кричев, я прошу прощения, могу неправильно говорить, Бийск, Сумы, Старая Купавна, Калининград, привет, любим, обнимаем, взаимно, спасибо большое, Казахстан, Темиртау, Курган, Крым, Симферополь, Кемерово, Орел, Петрозаводск, Новокузнецк, Сергиев Посад, Германия, Алматы, Усинск, Воронеж, Надым, Коломна, Сергиев Посад, читать, не перечитать, Самара,
Германия, Япо, Белгород, Нур-Султан, Казахстан, Санкт-Петербург, Жуковский, Прохладный, Смоленск, Казахстан, Нур-Султан, Самара, Одесса. У нас, как обычно, Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, Германия. Кто еще из каких стран? Пишите. Ладно, пока вы пишете, начинаем. Так, Германия, Камчатка, Вилючинск, Минск. Короче, читать, не перечитать. Как обычно, со всего мира, Оренбургская область. Я очень рада вас приветствовать. Спасибо большое за то, что вы ходите. Значит, смотрите, мы сделали сейчас демакияж, подготовили лицо с маслом и массажной щеткой. Теперь после этого я начинаю делать базу. Азербайджан, привет. Теперь, значит, я начинаю делать базу. Как обычно, я беру свой любимый оттенок Ivory N160, матирующая тональная основа. Это мой фаворит на данный момент. Вы заметили, что я его использую как базу, как основу уже на протяжении наших трех марафонов, точнее, трех макияжей. И, кстати, дорогие друзья, торжественно объявляю третий день марафона открытым. Бурные аплодисменты. И сейчас хочу сказать, что наш макияж называется натуральный. Извините, пожалуйста, я просто и здесь читаю, и смотрю. Так, Сахалин, Углегорск. Ты подписана в Мэри Кей. Как мне надоел этот вопрос, честно. Я уже устала на него отвечать. Я уже раз 30 на него отвечала. Посмотрите, пожалуйста, все мои прямые эфиры, если вам интересно, я там подробно об этом говорю. Нет, я не консультант Марике, я просто люблю эту продукцию. Так, ну что, поехали. Значит, смотрите, у меня сейчас здесь Fluid Highlighter Gold, потому что у меня есть небольшие веснушки, пигментация. И также я беру матирующую тональную основу. В России нету. Значит, если нету, ну в чем я сомневаюсь, потому что мне кажется, что он есть. Но если его нету, то замените в подтон кожи. Я беру для своей кожи. То есть мне нужен нейтральный оттенок, который идеально подойдет для моей кожи. Смотрите, я наношу на зоны, где у меня есть неровности. Например, сюда смешиваю. Также наношу сюда, наношу на зону вокруг глаз, то есть я перекрываю эту зону кисточкой для консилера и помады. Почему наношу на эти зоны? Потому что у меня есть неровности. Например, это могут быть морщинки, ну там глубокие, да, или мелкие. Это могут быть какие-то неровности постакне, это могут быть прыщики, которые сейчас у нас есть на лице. Но вот смотрите, N160, если у нас в России нету, то тогда замените в подтон кожи. То есть вот я, например, беру матирующую тональную основу с фиолетовой полоской. Моя кожа жирная и комбинированная, мне нужно ее сматировать. Я использую за базу, за основу этот продукт. Второе. Какой подтон я беру? То есть это нейтральный, получается, 160 айвори, да? То есть он мне больше всего подходит. Я могу использовать другой какой-то оттенок, то есть, ну, вы подбираете в подтон кожи. Также, если у кого-то кожа сухая, вы берете не матирующую, а сияющую тональную основу и также подбираете, ну, можно подобрать еще для холодной или теплой кожи. То есть вы, опять же, смотрите по ситуации. Смотрите, есть слоновая кость N140 и беж N150. Это два нейтральных оттенка, да, которые есть. Но я могу сказать, что если вы хотите, то лучше брать потемнее цвет, нежели чем светлый. Если у вас кожа очень светлая, то берите светлый. Но вот в Германии появится 16 октября. То есть, девчонки, все, кто из Германии, заказывайте, конечно, себе, ну, такой цвет или другой. Я не говорю, что повторяйте прям за мной. Вы можете брать любые другие цвета, которые вам, ну, подходят в подтон кожи. Как определять? Я это уже рассказывала. Можете зайти посмотреть в Ютубе. У меня есть быстрый там прямой эфир сохраненных. Вот, и там я подробно рассказываю, как его подбирать, этот оттенок, и как в них разбираться.
Ну вот смотрите, мы перекрыли полностью все лицо. Мне очень нравится эта основа. Она, во-первых, матирует, во-вторых, она сужает поры, если есть активные поры. И еще одно из таких самых основных моментов, что реально дает лифтинг. Есть еще такой шиммер здесь немножко, и я еще добавила сюда оттенок gold, то есть он немного такой золотой, да, и кожа стала более сияющей и ровной. Мне очень нравится. Скажите, блендер много впитывает в себя продукта? Вот я про это всегда говорю, что нет, потому что если брать бьюти-блендер, который предназначен для косметики профессиональной, то он впитывает, потому что ее нужно убрать с лица. А это, наоборот, помогает коже впитаться, тональную основу в кожу. Да, правильно сказала. Вот, теперь всегда блендер влажный, всегда, 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 всегда хорошо отжатый влажный бьюти-блендер. Теперь мы берем Very Light крем CC. Смотрите. Ну и как обычно я наношу на зону под глазами. Если, я вчера про это рассказывала, да, если у вас чувствительная зона под глазами, то лучше этого не делать, или тогда консилер, или тогда уже тональная основа. Но я наношу только, вот получается, второй слой. То есть первый слой у меня был это матирующая тональная основа, а второй это крем CC. То есть у меня и питательная тональная основа, и увлажняющая. Я не использую никакие больше продукты на зону вокруг глаз, потому что при улыбке могут быть видны мимические морщины. То есть я эту зону вокруг глаз просто увлажняю и перекрываю неровности. Я стараюсь аппликативно делать конусной частью бьюти-блендера и также могу еще пальчиками немножко помогать, то есть даже вот такими движениями. Все, то есть зону вокруг глаз я больше не трогаю. Если также хочу еще немножко освежить, какой способ я вчера применяла, я беру холодный хайлайтер флюид и наношу его вот на эти зоны. То есть я его также растушевываю, смотрите. Здесь нужно максимально сразу растушевать, пока он не застыл. То есть вот я делаю такую свежесть, и получается этот хайлайтер флюид, который заполняется мелким помолом, мимические морщины, визуально при улыбке морщины будут не видны. Но это должен быть холодный оттенок, то есть если у вас есть только золотой, то лучше его не наносите. Но если у вас кожа очень смуглая, то золото подойдет. У меня кожа, например, средняя, бежевого оттенка, поэтому вот уже когда на тон, я могу добавлять хайлайтер флюид. Привет из Украины, привет из Салехарда, спасибо вам большое. Все, нанесли. А теперь следующее, что я делаю, я, как обычно, моделирую лицо. Смотрите, я беру сияющую тональную основу, беж для холодной кожи 110, беж сияющий C110, то есть для холодной кожи, и начинаю наносить. Куда наношу? Наношу на подскульное пространство. Вчера мы использовали бронз. Запись видео я выставлю в воскресенье. Верхняя часть губы. И немножко добавляю на лоб. То есть мы делаем такую коррекцию лица для того, чтобы кожа была более подтянутая. И для того, чтобы она была более сияющая и сочная. То есть, смотрите, на подскольное пространство я наношу, растушевываю только эту зону. Все. Также здесь. Только эту зону. Также здесь. Губок сразу какие. И сюда. Смотрите, старайтесь максимально втушевывать в кожу. Вот сияющая тональная основа, она не как матирующая себя ведет. Матирующая очень быстро растушевывается, сияющая она более плотная. И здесь надо, даже если кожа комбинированная, обращаю ваше внимание, при многослойном нанесении я нанесла CC, все лицо матирующее перекрыла и на определенные зоны добавляю еще сияние. То есть у меня кожа жирная комбинированная, но я добавляю сияющую.
Потому что это многослойное нанесение уходовой декоративной косметики. А что оно делает? Обладает терапевтическим эффектом. То есть я знаю, что моя кожа находится в состоянии ухода. Так, также тушуем на шею. Все. Теперь добавляем сухие текстуры. Сухие текстуры можно использовать, опять же, компактные текстуры, можно использовать рассыпчатые. Можно использовать все, что у вас есть. Я беру сейчас рассыпчатую минеральную пудру Ivory 05. В Марике России его нету. И вот очень странно, что его нет, потому что когда я провожу курсы с аудиторией Марике, особенно в Центральной России, очень много девушек, которые со светлой кожей, и они всегда говорят: Лиза, что нам использовать? Вот я, например, сейчас работаю с 17 Radiant в Болгарии, да, с этими брендами греческими. Они для славянской кожи выпустили очень светлые тона. Ну и как бы вот попробовали, будет идти в продажу или нет. Конечно, они пошли, славянки. Хотя на Балканах кожа не светлая, но для славянской кожи очень круто. И вот белые такие пигменты, с ними всегда нужно быть аккуратными в уходовом декоре. Почему? Потому что если это профессиональное, то он ложится как грим, как маска. Ты белый нанесла, и ты затушевала. А здесь он подстраивается под текстуру и пигмент. Для суперсветлой кожи, например, нанеси оттенок Ivory 1 рассыпчатую минеральную пудру. Она будет сначала белая, потом подстроится и будет больше в желтый или в серый. У всех по-разному. А если взять, например, очень светлый, который с розовым холодным потоном, как вот, например, Ivory 05, да, он вообще идеально подстраивается. У меня кожа не светлая, но в коррекции я это применяю и использую. Я наношу на подскульное пространство и перекрываю также полностью всю Т-зону такими аппликативными движениями, плоской частью, и верхней частью начинаю тушевать. Кстати, вот смотрите, я не использую праймер, потому что у меня вот это масло новое, оно меня, конечно, впечатляет очень сильно, я прям балдею от него. Вот когда оно появится, обязательно заказывайте. Во-первых, его наносишь, кожа гладкая, ровная, и такой эффект, что вот даже если есть активные поры, они прям вообще полностью заполняются. Меня это вообще впечатляет. Можно использовать прозрачную, но она не минеральная, она содержащая минералы. То есть эта пудра идет минеральная на 80% по составу, ну, насколько я знаю. А можно использовать, конечно, прозрачную, но она идет уже как содержащая минералы, то есть она больше для HD-эффекта. Теперь следующее, что делаем. Коррекцию. Корректируем, моделируем лицо. Значит, смотрите, у нас есть светлые и темные румяна. Здесь мы будем использовать сегодня коралл, но это очень яркий коралл, это опять же для темной кожи. То есть есть коралл еще другой, а это коралл, он такой, ну как бы для смуглой кожи, но вы можете брать любой коралл, какой хотите. Я наношу на скулы от периферии к центру. Сегодня у нас натуральный макияж, и в натуральном макияже я добавляю освежающий такой эффект. То есть освежить, это когда мы используем коралловые продукты и холодные розовые. Все, что идет с кораллом, все, что идет с холодным потоном, это всегда освежает. Мы добавляем сюда коралл. Сюда коралл и немножко на нижнюю челюсть. Ну, как обычно, мы моделируем лицо. Теперь мои любимые румяна розовенькие. Как обычно, наносим на эту зону. Освежаем. Угу. Можно добавить хайлайтер, можно не добавлять, можно оставить так же. И смоделируем лицо. Кисточка, щеточка. Я использую оттенок
более темный, компактную текстуру на подскульное пространство. Сюда. На нос. Обязательно, конечно же, куда мы без носа, потому что его хочется смоделировать. Розовые румяна, это, по-моему, розовые лепестки, если я не ошибаюсь. Поправьте меня, кто разбирается. Очень плотное нанесение и очень мягкая растушевка. То есть, вроде бы вы коррекцию делаете, но ее практически не видно. Также добавляю сюда, то есть уже в завершении вот эти сухие текстуры мы добавляем. Угу, отлично. И можно добавить хайлайтер, можно не добавлять. У меня нету Mary Kay хайлайтера, у меня есть вот этот вот Urban Decay. Можно взять любой холодный хайлайтер оттенок. Вы можете вообще абсолютно любой использовать, какой нравится. Я добавлю сейчас такой шиммером немножко розовый вот этот подтон. Чуть-чуть сюда нанесу. Немножко на верхнюю часть скулы. Можно использовать хайлайтер флюид, можно использовать просто обычные хайлайтеры, которые вам нравятся. Да, вот подсказывают лепесток розы. Да, кисточка на самом деле очень крутая, вот я вообще от нее в восторге. Мне нравится в этой кисти то, что она, ну, реально делает просто тушевку сразу. То есть ты нарисовал, ты даже не тушуешь, у тебя уже идеально все с лицом. Классная, очень крутая щетка, заказывайте обязательно, если у кого-то еще ее нету. Теперь следующее, это у нас идет брови. Это мой любимый оттенок брюнет. Добавляю на кожу, на волоски. Ну, как обычно, здесь, смотрите, я сначала использую тинт, а потом добавляю уже карандаш. Ну вот смотрите, 1200 в России, я думаю, что в Германии, например, и в Америке немножко дороже будет стоить. Здесь добавляю тинт по контуру, по волоскам. Угу. Ну, как обычно, я делаю свои брови. Чем темнее брови, тем старше женщина. Помним, да, про это. И смотрите, здесь у нас натуральный макияж. То есть натуральный макияж — это когда мы делаем более такие нейтрально освежающие оттенки. Здесь, например, можно оставить так, да, то есть это будут более мягкие брови. А можно добавить еще карандаш. Я карандаш добавлю сверху, чтобы более естественные были брови. И я беру темный оттенок. То есть, если это был брюнет, то я добавляю black brown. И также black brown добавляю по контуру нижней брови и также по контуру верхней. То есть, я просто добавляю форму. Посмотрите, вот вроде бы здесь такая более мягкая, да, здесь бровь более четкая. Но для дневного и натурального макияжа можно использовать только один тинт. То есть карандаш можно не применять. Брови такие более четкие. Даже очень, я бы сказала. И теперь кисточкой мы аккуратно начинаем тушевать. Кисточка, у меня тут тинт остался. Хочу убрать этот оттенок. И пока он застыл, мы аккуратно растушевываем головку и хвостик.
Если хотите, можно хвостик сделать более темным, но это для тех, кто любит более выразительные брови. А теперь консилер светлого оттенка, это Deep Ivory. Наносим его под хвостик брови и на внутренний угол глаза. Я еще наношу на верхнюю часть губы, хотя туда уже столько продуктов нанесла. И начинаю тушевать. Растушевываю кисточкой для консилера и помады. Можно немножко пальчиком, можно бить и блендером. Сразу губа стала более такая большая. И также на внутренний угол светлый нанесли и затушевываем на подвижное веко. Здесь также. И затушевываем на подвижное веко. Можно немножко пальчиками вот так добавить. И также под хвостик брови для более такого естественного нанесения. Обязательно на виски сюда, это тоже очень освежает. Видите, сразу разница видна. И также здесь добавляю. Угу. И сюда. Все, теперь следующее. Смотрите, мы берем кисточку для растушевки. И оттенок, который у нас на скулы мы наносили, мы перекрываем все подвижное веко. Я беру коралловый, наношу плотно на все подвижное веко. Можно нанести основу, можно не наносить. То есть у меня тени остаются более стойкими без основы. Ну, как бы тени и румяна, все что угодно я могу наносить, они будут стойкие в любом случае. Почему? Потому что когда я наношу консилер, я немножко растушевываю, у меня здесь уже есть и тональный, и основа под макияж и так далее. Также еще добавляем на подвижное веко. По орбитальной складке обязательно тушуем. То есть наша задача сделать такое тонкое нанесение тех румян, которые мы использовали на скулы. И здесь, смотрите, вот этот цвет, он может быть любой. Если вот вы возьмете, там, например, вы возьмете не только, например, там коралловый, да, а если вы возьмете, там, например, бордовый оттенок или розовый, то тогда вы можете также нанести его на подвижное веко. И он впитается через какое-то время, будет смотреться более естественно. То есть мы наносим на подвижное веко и по орбитальной складке. И на нижний ресничный контур тоже добавляем. Да, глаза становятся очень выразительные. И тушуем чуть-чуть в сторону, если хотите. Если не хотите, то можете просто по орбитальной складке затушевать. Что не сделаешь ради любимых подписчиков? Я сегодня опять в офисном здании. Потому что в лаборатории, где я бываю в Болгарии, не всегда получается. Ну и нельзя проводить. Я хотела там, но как бы, наверное, это будет не очень, да, хорошо, если я приезжаю из России специально создавать палитры для славянок. И такая, извините, я сейчас вот для этих же славянок прямой эфир проведу. Не, на самом деле я шучу, но я правда, вот уже второй день меня, конечно, спасают друзья, которые в Болгарии живут. Мне вчера все пишут: Лиза, как эфир не сохранился? Вы так сильно не волнуйтесь, я сама уже волнуюсь. Сделаю видео, все будет хорошо. Так, теперь берем карандаш, черный или коричневый, на выбор. Я беру черный, потому что я его люблю. Он очень хорошо подчеркивает ресницы. И заполняю. Полностью реснички. Смотрите. Если хочу, могу сделать вот такой хвостик и немножко затушевать. Ну, типа стрелки. Теперь кисточкой Smokey Eyes.
Синий, наверное, нет. Будет смотреться грубовато. Это такой будет style from 90-е. И кистью смоки. Сделаем такую растушевку. Можете хвостик не рисовать, если ну, вы не хотите, да, например. И другой стороной кисточки аккуратно выводим. Ну вот, не умеет делать ресничный контур, смотрите, боковой частью карандаша заполняете. Вы уже заполнили их, да? Все. А, также вот ресничный контур заполняем боковой частью карандаша. Выводим в сторону немножко. Ну, то есть делаем такую мини-стрелку. Но для меня это мини-стрелка. Для кого-то это будет уже супер-стрелка. Поэтому хотите, только ресничный контур прокрашивайте. Верхней частью кисти тушуем. Сначала здесь, потом сюда. Потом аккуратно ресничный контур. Обязательно. Так, я зеркало не взяла. Сейчас я посмотрю. И также выводим в сторону. Я специально зеркало не беру. Я вам уже в тех предыдущих макияжах рассказывала, почему я не беру зеркало. Мне даже самой интересно потом смотреть, как ложатся новые тональные основы. Но вот сейчас я вижу, конечно, потрясающий эффект. Также, видите, немного в сторону. И здесь вы можете тушевать больше вот эту часть, то есть он тогда глаз визуально больше откроет. Но кто-то сейчас скажет, это вообще не натуральный макияж, так ярко и так далее. Я делаю в той контрастности, которая нравится мне. То есть я не люблю естественное нанесение, это бывает очень редко. Я больше использую плотное нанесение. Вы можете сделать так же, но только в меньшей растушевке. То есть вы можете наносить такое же количество, но больше тушевать. Или там меньшее количество, но также добавить больше тушевки. Это зависит от вашего желания. То есть мы делаем такой натуральный макияж. Опять же, повторюсь, у каждого своя контрастность. Я сейчас скажу там. Смоки айс, и все представят, кто-то представит черное полностью подвижное веко, кто-то представит тут черненькое, тут беленькое. Поэтому контрастность у каждого своя. Также заполняем ресницы полностью. Ну, как обычно, основа под тушь. Ждем какое-то время. И моя любимая тушь. Сегодня две туши буду использовать. Я наношу сперва на внешнюю часть. На внутренний угол. И еще добавляю на внешнюю часть и на внутренний угол. А что, если веко не такое большое? Задайте, пожалуйста, конкретный вопрос. Ну, добавляем много туши. Чем больше туши, тем эффектнее открытый будет взгляд. Опять же ждем 30-40 секунд. Я добавляю больше на внешнюю часть, чтобы глаз был более открытый. И смотрите, вот еще раз хочу повторить, стрелку не обязательно рисовать, вы можете сделать просто ресничный контур и затушевать его. Внешнюю часть на внутренний угол глаза. Ну, как обычно, вот здесь уже потрясающий эффект получается. От туши я заполняю полностью нижний ресничный контур и также сюда. Можно
Нижний ресничный контур заполнить коричневой или полностью все ресницы для натурального макияжа, кто любит прям естественно. Я еще добавляю. Ох ты ж, еще добавляю тушь. Lash Love, если я не ошибаюсь. Только на внешнюю часть. И этого достаточно. Аккуратно, кстати, убираю излишки всегда ватной палочкой. Я всегда это делаю, потому что, смотрите, здесь все равно осыпается, что-то остается, и при улыбке мимические морщины видны, когда тональным чем-то забивается, да, немножко можно убирать. Так, отлично, еще сейчас добавлю. Спасибо за ваши лайки, комментарии. Добавляем еще на внешнюю часть. Угу. Вот, смотрите, за счет ресниц не так видно стрелку, смотрится более естественно. Опять же, у каждого своя контрастность. Повторяю еще раз, чтобы не спрашивали. Теперь, тан-та-дан-та-дан. Я наношу или основу, бальзам, да, или Time Wise, или вот такой у меня есть SPF бальзамчик увлажняющий. Я не знаю, в Mary Kay Россия, по-моему, его нету, ну, это из Mary Kay Америка. Классно, очень увлажняет, мне нравится этот бальзам. Добавляю его на губы. И смотрите, вот у нас есть миндальное печенье, очень крутой цвет, прям шикарный, я его вообще очень люблю. Наносим на увлажненные губы, на центр. То есть мы этот оттенок нанесли на центр. Теперь мы берем, ну не вот этот цвет, это из Америки, а вот такой, и наносим на внешнюю часть. Опять же, плотное нанесение помады без карандаша не придает возраста, не смотрится вульгарно и не придает строгости. То есть это такой образ, который очень на губах, который очень смотрится мягко и в то же время естественно. Вот смотрите, мы завершили наш натуральный макияж. Сейчас завершим полностью образ. Так, супер, очень красиво. Пишите обратную связь, чтобы эфир сохранился. Сейчас уже будем немножко болтать. Вот смотрите, то есть две помады, очень легкий, простой способ нанесения. Красиво получилась красотка, все так и тянет меня на эту помаду. Хотите, если с ней видео тоже сделаю. Очень красивый цвет, шикарная текстура. Она отличается от помады из другой коллекции. Отличается тем, что более мягкая и естественная. То есть она смотрится глянцево, ее на губах вообще не чувствуешь. Все вот такое, техника амбре, натуральный способ на губах. Смотрите, мы добавили сияние немножко на скулы. Спрей-фиксатор можно, можно не наносить. По желанию, я сегодня почему-то не хочу его использовать. Вот, то есть все как обычно, хотите, пожалуйста, применяйте. Здесь, опять же, у каждого своя контрастность, но я могу сказать, что если вы сделаете себе так же, как и я сейчас сделала, у вас впитается весь пигмент через 10-15 минут, и кожа будет смотреться более естественно. Теперь задавайте, пожалуйста, вопросы, то, что интересно, и еще раз, кто присоединился, вчерашний эфир не сохранился,
К сожалению, но я жду ваши работы. Я жду все работы с первого нашего урока марафона, да, с второго я выставлю в воскресенье, можно еще раз просмотреть. Третий вот сейчас, надеюсь, дай бог, он будет в записи. Четвертый завершающий будет завтра, и в понедельник мы подведем итоги. В воскресенье выставлю второй урок марафона, сделаю видео специально для вас. Также выставляйте в ленту с описанием результатов, отмечайте меня и хэштеги, обязательно в ленту, чтобы мы сделали вам перерепост. И, конечно же, в подарок на выбор вы выбираете или офлайн-курс, или онлайн-курс новый. Кожа класса люкс, мировой бренд, продажа уже открыта, можно заходить покупать. Для первой группы обучающихся минус 50%. И вот такая вот классная, крутая кепочка из Испании. Это такой подарок от моего друга-дизайнера испанского. Все потом подробно расскажу. Для самой активной участницы, кто больше рассказывает интересных историй, отмечает меня, пишет, вот такой, такая кепка розовая с хэштегом «Кожа класса люкс» будет отправлена в какой-то город или в какую-то страну. Поэтому таких кепок очень много. Но вы знаете, мое доброе сердце... Я всегда щедра на подарки, поэтому если у вас будет очень много и какие-то истории будут больше всего нравиться, то тогда я, конечно же, обязательно сделаю больше подарков. Сегодня со вторым макияжем, завтра, Лиза, обязательно буду в этом макияже, кепку очень хочу. Хорошо, азиаткам подойдет коралловый цвет, очень подойдет, спасибо, глаза выделены и завораживают. Лиза, какой палеткой вы вчера пользовались из новинок? Вот этой. Губы бомбезные получились, спасибо, очень красивый макияж. Пользуюсь Ivory 6, какой цвет теперь новый? Зайдите ко мне на YouTube, посмотрите видео про новые тональные основы. Очень классный простой макияж, спасибо. Когда приедете в Германию? 2, 3, 9, 10. 2, 3 Мюнхен-Гладбах, 9, 10 Ливеркузен. Можете написать в директ, мы отправим вам номера телефонов организаторов. А новых помад у меня еще нет. Я использую трюфели, букет сирени. Очень круто смотрится, да, красиво. Как без карандаша помада не затекает в морщинки? Вот, хороший вопрос. Если есть морщинки, то, конечно, карандаш нужен, но с мягкой растушевкой. Четкий контур на губах – это очень дешевый макияж, поэтому растушевывайте. Какие тени вы нанесли, смотрите запись прямого эфира. Спасибо большое, помада новинки. Так, все окей, здесь куча вопросов. В Украину. Спасибо большое, но с удовольствием. Я в Украину все никак не могу попасть, потому что меня уже приглашали туда 4 раза, но никак не получается. Напишите в директ, может быть, мы договоримся. Я с большим удовольствием приехала бы в вашу замечательную страну, потому что меня с этой страны много чего связывает из моей личной жизни. Вот, поэтому я бы с удовольствием приехала, но пишите, пожалуйста, в директ и... Может быть, получится. Макияж супер, я сейчас выгляжу необычно, фантастически, красиво, на глазах румяна коралл, да. Спасибо огромное на YouTube, как ваш канал называется. Просто набирайте Елизавета Щербакова, я вам выхожу. А про возраст 40 лет коралловый как? Очень хорошо, освежает. Спасибо, я тоже очень хочу кепку. А как называется вторая помада? Их две помады. Первая называется миндальное печенье, вторая гвоздика. После марафона стала пользоваться всеми оттенками теней и румян, вообще всей линейкой. Спасибо, я очень рада. Спасибо за эфир, супер. В Астане, когда будете, Казахстан? В Нур-Султане я была недавно, 2 недели назад. Я приеду к вам... В Нур-Султан, по-моему, 16-17 февраля стоят даты в следующем году. Если хотите, пишите также в директ, мы отправим номер телефона организатора. В Самару планируете? Пока не планирую, в Самару нет. Тоже хочу кепку, очень спасибо, Лиза, подробно объясняете, все понятно и доступно. Прекрасный марафон, осенний макияж получился, спасибо, спасибо большое за марафон. Ну что, дорогие мои участницы марафона, мои любимые подписчицы, желаю всем хорошего дня, создавайте кожу класса люкс, мировой бренд вместе со мной,
Мы с вами уже создаем третий образ, завтра будет четвертый, и в завершении марафона в понедельник мы объявим победительниц также в прямом эфире, или я запишу видео. И хочу сказать то, что кепку, ну, наверное, может быть, получит даже не одна девушка, а несколько, в зависимости от того, какие интересные истории вы будете писать. И анонс нового онлайн-курса по спеццене 50% вы можете посмотреть скоро по ссылке в шапке профиля после марафона во вторник или в среду, чтобы сейчас вы не отвлекались. Просим прощения за предоставленное неудобство, если кто-то уже хочет посмотреть и оплатить, но многие уже оплачивают сейчас, не зная даже анонса, все доверяют и знают, но обычно это те, кто были на тех предыдущих онлайн-обучениях. И что, жду вас всех, жду ваши работы, высылайте, спасибо, ждем, напишите, да, пишите, пожалуйста, в директ, просто волшебство, спасибо большое, благодарю за этот эфир, когда в Екатеринбург? Я недавно там была, неделю назад, ну, бейкинг не забыли, но можно, да, было бы его добавить, конечно, спасибо огромное за хорошее настроение и классные мейки. Кепка огонь, кепка, да, вообще крутая, у меня такая розовая и красная. Будем теперь в кепках ходить, кожа класса люкс, все вместе. Ну все, всем пока, хорошего настроения, дай бог эфир сейчас сохранится.